Эксперты уверяют, за такими информационными вбросами зачастую ничего не стоит, и все подобные угрозы лишь способ самоутверждения для кого-то или желание посеять панику среди людей. О том, кому это может быть выгодно, мы спросили у религиоведа Ильи Аносовой. Вот его точка зрения. Последние годы при президенте Владимире Владимировиче Путине наметилась некая стабилизация ситуации в России. Растет ее оборонный потенциал, и совершенно очевидно и понятно, что есть силы, которые бы, с одной стороны, хотели бы его подорвать, а с другой стороны, посеять панику среди населения. Ведь 90-е годы образовательный, воспитательный процесс в образовании был просто брошен. И у нас сейчас выросло целое поколение, и, в общем-то, ничего удивительного, что проявляются некие, так сказать, личности, которые бы хотели бы ярко, сочно себя самопроявить, потому что других способов у них нет.